Я с помощью пороха могу сделать какую-нибудь взрывчаточку, динамитик. Ладно, ребята, давайте пойдемте открываем следующий блок. Лаки блок. Вот этот откроем. О, опять я попал в западню. Ловушками поаккуратней. Смотри, сколько ловушек куча, да? Однообразные ловушки. Так, это сейчас открываем. Я уже подальше буду стоять. О, топорик. И этот сейчас откроем. О, библиотека, книги. Книжная полка. Давайте сделаем здесь вот, с книжных полок такую вот лесенку. Ага. Тихо. Почему я упал? Так. Вот так будем здесь бегать. Вот так. Опля. Я хочу еще открывать сундучки. Так, теперь будем алмазным топориком открывать подальше, чтобы мне не это самое... Ловушку никакую не попал. Так, инструменты. Так, а ну давайте сапожки оденем. Огнеупорность, хорошо. Так, следующий лаки-блок, ребята. А, да как так? Вонючки. Опять я попался, ребята. Ух. Да. Так, вы что, музыку хотите, да, слушать? Слушайте. Они даже магнитофон не умеют включать, представляешь? Оп. Оп. Так, а ну-ка, птички, идите отсюда. Так, мне вот эти ловушки уже надоели. Ага, пустые, хорошо. Ух ты, тихо. Да в смысле? Опять ловушка, что ли? Ребята, да как так? Уже какой раз у меня ловушка попадается, да? Офигеть просто. Просто офигеть. А где эта ведьмочка, которая здесь бегала? А, смотри, овечка дерется с собачками. А, смотри, вон еще этот фигня такая. О, смотри, фига. Стреляет из них. А ну давай. Ух ты, она может так собаку убить, интересно. Плюется, смотри. Давай. Там песик, видишь, песик, если бы нормальный был бы. Так, это давайте. Это что, одежда? Так, ладно. Давайте откроем новый лаки-блок. Я уже, ребята, боюсь, правда. Так, Evil Point. Моментальный урон. Ух ты! А где эта ведьма? Я в нее сейчас щелкну. Угу. Так, ведьмы. А где ведьма? Куда она делась? Я бы как раз бы и щелкнул бы. Нету. Ну да ладно. Нету, да нету. О, динамит. Нет. А, хорошо, что я еще остался живой. Так, и сейчас опять ловушка будет, ребят, смотри. А, нет. Это хорошо, что у меня кирка есть. Может быть, я смогу... Да хотя навряд ли там под водой же. Ты же сам понимаешь, что... О, well, there is problem. У тебя есть проблема? Какая проблема у меня есть? У меня нет никакой проблемы. Так, а ну-ка. А, это же оружие мое, зачем я бросил? Так, давай туда я что-нибудь брошу, и ты нажмешь. Оно нажмется. Сейчас что-то будет. Вы умерли? В смысле, а чем меня убило? В смысле я умер? А чем меня могло убить? Непонятно, ребята. Ладно, отправляемся дальше. Сейчас мы еще какой-нибудь откроем. Сундучок. Волшебный лаки-блок вот этот. А, это у нас седло, ребята. Ой, нет, фу. Это просто динамит. Я уже испугался. Так, сейчас будет что-то взрываться. В натуре взорвалось. Все взорвалось. Я даже не успел убежать, ребята. Представляешь, какой взрыв там вообще моментальный. Моментальная смерть. Взрывается прям моментально все. Хорошо. Лава вытекла, это плохо. Это что у нас, магнитофон или... А, это которая не работающая пластинка.
Нет, меня... Почему столько... Ну, в принципе, все хорошее вышло. А я не знаю, почему тогда меня убило? Всякие алмазики. Так. Ох ты! О, крипер, крипер, вонючий крипер. И заряженный еще, заряженный. Так, это что такое у меня? А, вот это вот как раз я на крипера сейчас брошу. На! Получил? Чего-нибудь? Так, это меня, смотри, хочет отравить. Так, да вы сейчас все взорветесь. А, все взорвались, и я вместе с ними, потому что удар был очень мощный. Просто неимоверно огромный удар от заряженного крипера. Ладно, давайте следующие лаки-блоки пооткрываем. Так, это не лаки-блоки, что-то я... Вот лаки-блок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, убегаем. Это этот, вонючий-вонючий большой слизень. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально пока все, нормально. Так, давайте следующий. Так, ох ты, молоко есть. Хорошо. Ох ты, фейерверки. Красота какая, а? Я не успел посмотреть. Цветочки. Динамитик. И тоже что-то непонятное. Так, что мне с этим динамитом делать? Давайте мы его как-нибудь взорвем. Что-нибудь, где-нибудь. Вот так вот. И лава. Сейчас лава взорвет динамит, наверное. Ну, должен, по идее. Не, нифига. Не взрывает. А, о, загорелся динамит. Сейчас будет взрыв. Все, сдетонировало. Взрывается. Все повзрывалось, ты видел? Ну, особо. Толку от этого нет. Ладно, ну а мы продолжаем открывать, ребятушки, лаки-блоки. Так, это неинтересно. А, головы тоже неинтересны. Хотя, сейчас я голову крипера одену. Все. Возможно, крипер меня не будет щелкать. Я буду думать, что я его друг. Такой же, как и он. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. У меня есть стрелы. Горящие волшебные стрелы. Так, а ну-ка. Лаки-блоки будут скрываться или нет? Нифига. Почему-то тут раз и не открывались. А где это прыгучее существо, которое большое такое было? Куда оно делось? Прыгучее существо. Так, удочка нормальная. Сейчас я найду, если оно убежало, вот это вот. Прыгалка. То я его щелкну. Так, наступает ночь. Надо идти спать. Однозначно, да, овечки? Так, цветные, цветные овечки. Ну, один блок-то я открою сегодня. Вот этот. Ах, видишь? Ух ты, убегаем. Тихо, меня кто-то стрельнул или мне так показалось? А? Не, никого нет. Никого не было, ребята. Так. О, нет, 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 нет. Все, даже жители сбежались на мои крики. Офигеть, все взорвалось. Так, ставим динамитик сюда. И пробуем щелкнуть его. Сейчас будет взрыв, жители, убегайте. Так, ладно. Так, а молоко, интересно, течь не будет, нет? Так, что у нас тут, жители, ребята? Вы что сюда прибежали? Все нормально у вас? Зомбаков нету никого? А, вон зомбаки. Вон зомбаки стоят, сейчас мы их пощелкаем. Проверим лук. А вот, идет, идет герой. Так, все, получил удар. Так, ты не стой здесь под стрелой, ты чего? Так, кого бы еще щелкнуть? Ладно, никого не будем щелкать. Просто стрельнем сюда, в стену. И пойдем спать. Так, пёска прибежалась. Прибежала, чего-то там хочет. Тогда я выйду. Ой, нечаянно в пёску стрельнул. Ладно, прости меня, пёска. Так, а тут, чтобы пожар не случился, мы это затушим. А, оно не тушится. А, оно не тушится, ребята. О, зомбарь, иди сюда.
Так, а, вот это фигня, фигня, фигня идет. Бежит, бежит, бежит уже. О, на. Ух ты, убежал. Отстрелы мои, представляешь? Где ты там, наверху что сидишь? Ты давай прекращай там наверху сидеть. Иди сюда, спускайся. Вот он, вот он, вот он бежит. На. Ух ты. Он отстрел моих уворачивается. А как он меня убил с одного раза? Так, сейчас быстренько все это назад соберем. О, лук, лук. А хотя у меня есть лук. Ну и где ты, Эндермен? Ладно, нету его. Ничего страшного. Открывать идем, а мы, ребята, следующие лаки-блоки. Посмотрим, что там есть интересного. Где у нас еще один лаки-блок есть? О, загорелась музыкальная шкатулочка наша. Вот лаки-блоки, давайте открывать. Так, ничего интересного, ни динамитик, ничего интересного. Давайте следующий открываем. Два лаки-блока счастливых. А, нифига, один типа был счастливый, а другой нет. Тихо, давайте я вас собью сейчас его. Ах, да ты какой вонючка. Сбил или нет? Все, он меня убил. Ну что ж, ну, наверное, на этом будем, ребятушки, заканчивать нашу серию. Если тебе понравилось, ставь лайк. Если хочешь продолжение, то пиши комментарий. Всем пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей, и мы играем нашего маленького нубика, который открывает вот эти вот всякие разные лаки-блоки. Вот у меня тут жители стоят, которые слушают музыку. И такой вот своеобразный бункер, в котором я буду прятаться с этими жителями. Если я открою что-то нехорошее, они мне помогут. Да, жители? Так, а давайте откроем первый лаки-блок. О, пески! Пески, пески, пески. А как вас... Вам нужно косточку дать, да? Хорошо, что вы сидячие пески, они какие-нибудь там злые. Так, давайте откроем следующий. Так, золотые слитки, сноп сена. О нет. О нет, ребята. Я попался в западню. Так, а ну-ка, песочки, песочки, помогите мне, пожалуйста. Давай откроем стекло одно. Так, вода, вода пошла. Все, я тут задохнусь. Подожди, мне дышать нечем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Ладно, будем наблюдать за жителями. Что они там делали? Ребята, у меня там только что... Я там чуть только что не утонул, а вы что здесь стоите? Вы мне даже не помогаете. Вот такие вот жители. Не хотят ничего помогать. Давай дальше музыку послушайте. Слушайте дальше музыку, а я пошел дальше что-нибудь открывать. Надо бы каким-то там закрыть бы, чтобы вода туда... Оттуда вода не шла. Вот так. Хорошо. Бэйби. Привет, бэйби. А, ну это просто игрушечка. Это просто, ребята, игрушечка. А это что такое? Hero Potion. Ух ты. И чё я стал? О, сила, огнеустойкость, невидимость, ночное зрение, прилив здоровья, прыгучесть, поглощение. Ого. А чё у меня прыгучесть слабая? Так, замечательно. Давайте открываем вот этот блок. Чё это было? Непонятно. Молния какая-то. А ты что за обезьянка там сидит? А, это мартышка. Зайчики бегают. Ну ладно. А давайте, ребята, пока у меня супер здоровье, супер всего, все прочее, будем открывать следующие лаки-блоки. Нагрудник оденем. А, получается, они меня могут по нагруднику вычислять, нет? Эти какие-нибудь зомбаки. Ладно. Открываем следующий. Лук. О, это хорошо, это хорошо. Лук. А вот мои вещички, которые вот... А где мои стрелы? А, вот они, стрелы. Все. На! О! Да, ой, прости, прости, этот самый житель, прости, я не хотел. Все, ты на меня не обижаешься? Нормально все? Ладно, он на меня не будет обижаться. Тыщ! О, это может плеваться. Видишь, она плюется. Она на меня обиделась. Да, житель не обиделся, а какая-то овечка обиделась. О, нет, 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 нет. Что происходит? Нет, 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 нет.
Так, я же невидимый там какой-то волшебный. Идите нафиг все. Так, я же еще и прыгучесть у меня. Ребята, вот смотри. На меня нападают криперы. Идите в нафиг, идите нафиг, идите нафиг. А, несоздаваемое зелье. О, меня сейчас убьют. А чё ночь-то наступила сразу, ребята? Что это за волшебство? Надо поспать срочно. Что такое происходит? Я вообще не понимаю. Ночь и зомбаки. Зомбаки меня убили. Все, день на улице, ребята. Идите. Что-то у вас много очень жителей, а? Откуда вы вообще у меня взялись? Так, выбеду, да? О, это что такое? Что-то нехорошее. А, вон зомбари идут, зомбари. Ух ты, сколько цветов. Сколько много цветов, ребята. Давайте откроем вот этот лаки-блок, который вот здесь находится наверху. Так, цветочек. А, кто такой вообще, а? Иди отсюда. О, огонь какой-то был. Золотой блок, золотой блок. Следующий открываем. О, ведьма, вонючая ведьма. Так, у меня даже как мне тебя убить теперь. Ай, она меня отравила, отравила. Так, овечки, спасайте. Да, идет отравление какое-то. Так, а ну что там? Отравление 12 секунд еще будет. Ёлки-палки. О, какие друзья, Боб. На тебе цветочек, Боб, давай дружить, а. Смотри, сколько цветочков здесь красивых. Да, убили. Убили, просто меня взяли, вот, и очередной раз убили. Представляете, жители? А вы тут стоите и ничего не делаете. Нет бы мне помочь, носатые. Носатики, идите все. Я на вас обиделся. Вон ведьма ходит. Надо как-то ее щелкнуть. Только как? Сколько летучих мышей. Ой-ой-ой-ой-ой. А где еще лаки-блоки? Я хочу открыть какие-нибудь лаки-блоки. О, а здесь еще куча лаки-блоков. Давайте откроем. Вот, уже получше. Уже есть броня. Золотая. Так, штанишки. Так, иди ты нафиг, смотри. Я сейчас тебя щелкну, подожди. Цветочки везде посажу. Сейчас я какой-нибудь отсюда возьму лаки-блок. А, где-нибудь вот здесь. Так, а что у меня в этом сундучке? Порох. Это интересно. Я с помощью пороха могу сделать какую-нибудь взрывчаточку, динамитик. Ладно, ребята, давайте пойдемте открываем следующий блок. Лаки-блок, лаки-блок. Вот этот откроем. О, опять, опять я попал в западню. Так, а как же из нее вылезти? Это нужно иметь, ребята, кирку, правильно? И непростую, а алмазную. Да, да. Опять сейчас умру. Так, а жители? Жителей нету. Хотя бы жители помогали бы, знаешь? Все. Возрождаемся. Надо с этими ловушками поаккуратней. Смотри, сколько ловушек куча, да? Однообразные ловушки. Так, это сейчас открываем. Я уже подальше буду стоять. О, топорик. И этот сейчас откроем. О, библиотека, книги. Книжная полка. Давайте сделаем здесь вот, с книжных полок такую вот лесенку. Ага. Тихо. Почему я упал? Так. Вот так, будем здесь бегать вот так. Опля! Я хочу еще открывать сундучки. Так, теперь будем алмазным топориком открывать подальше, чтобы мне не это самое... ловушку никакую не попал. Так, инструменты. Так, а ну давайте сапожки оденем. Огнеупорность, хорошо. Так, следующий лаки-блок, ребята. А, да как так? Вонючки! Опять я попался, ребята. Ух, да. Так, вы что, музыку хотите, да, слушать? Слушайте. Они даже магнитофон не умеют включать, представляешь? Оп. Оп. Так, а ну-ка, птички, идите отсюда. Так, мне вот эти ловушки уже надоели. Ага, пустые, хорошо.
Ух ты, ух ты, ух ты, тихо, тихо. Да в смысле? Опять ловушка, что ли? Ребята, да как так? Уже какой раз у меня ловушка попадается, да? Офигеть просто. Просто офигеть. А где эта ведьмочка, которая здесь бегала? А, смотри, овечка дерется с собачками. А, смотри, вон еще этот фигня такая. О, смотри, фига. Стреляет из них. А ну давай. Ох ты, она может так собаку убить, интересно. Плюется, плюется, смотри. Давай. Там песик, видишь? Песик, если бы нормальный был бы. Так, это давайте. Это что, одежда? Так, ладно. А, давайте откроем новый локи-блок. Я уже, ребята, боюсь, по правде. Так, Evil Point. Моментальный урон. Ух ты! А где эта ведьма? Я в нее сейчас щелкну. Угу. Так, ведьмы... А где ведьма? Куда она делась? Я бы как раз бы и щелкнул бы. Нету. Ну да ладно. Нету, да нету. О, динамит, динамит. Нет, 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 нет. А, хорошо, что я еще остался живой. Так, и сейчас опять ловушка будет, ребят, смотри. А, нет. Это хорошо, что у меня кирка есть. Может быть, я смогу... Да хотя навряд ли, там под водой же. Ты же сам понимаешь, что... О, well, there is a problem. У тебя есть проблема? Какая проблема? Какая проблема у меня есть? У меня нет никакой проблемы. Так, а ну-ка. А, это же оружие мое, зачем я бросил? Так, давай туда я что-нибудь брошу, и ты нажмешь. Оно нажмется. Сейчас что-то будет. Вы умерли? В смысле? А чем меня убило? В смысле я умер? А чем меня могло убить? Непонятно, непонятно, ребята. Ладно, отправляемся дальше. Сейчас мы еще какой-нибудь откроем. Сундучок. Волшебный лаки-блок вот этот. А, это у нас седло, ребята. Ой, нет, фу. Это просто динамит. Я уже испугался. Так, сейчас будет что-то взрываться. А-а-а, в натуре взорвалось. Все взорвалось. Я даже не успел убежать, ребята. Представляешь, какой взрыв там вообще моментальный. Моментальная смерть. Взрывается прям моментально все. Хорошо. Лава вытекла, это плохо. Это что у нас, магнитофон или... А, это которая... Неработающая пластинка. Нет, меня... Почему столько... Ну, в принципе, все хорошее вышло. А я не знаю, почему тогда меня убило? Все эти алмазики. Так. Ох ты! О, крипер, крипер, вонючий крипер. И заряженный еще, заряженный. Так, это что такое у меня? А, вот это вот как раз я на крипера сейчас брошу. На! Получил? Чего-нибудь. Так, это меня, смотри, хочет отравить. Так, да вы сейчас все взорветесь. А, все взорвались, и я вместе с ними, потому что удар был очень мощный. Просто неимоверно огромный удар от заряженного крипера. Ладно, давайте следующие лаки-блоки пооткрываем. Так, это не лаки-блоки, что-то я... Вот лаки-блок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, убегаем. Это этот, вонючий-вонючий большой слизень. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально пока все, нормально. Так, давайте следующий. Так, ох ты, молоко есть. Хорошо. Ох ты, фейерверки. Красота какая, а? Я не успел посмотреть. Цветочки. Динамитик. И тоже что-то непонятное. Так, что мне с этим динамитом делать? Давайте мы его как-нибудь взорвем. Что-нибудь, где-нибудь. Вот так вот. И лава. Сейчас лава взорвет динамит, наверное. Ну, должен, по идее. Не, нифига. А, не взрывает. А, о, загорелся динамит.
Сейчас будет взрыв. Все, сдетонировало. Взрывается. Все повзрывалось, ты видел? Ну особо толку от этого нет. Ладно, ну а мы продолжаем открывать, ребятушки, лаки-блоки. Так, это неинтересно. А, головы тоже неинтересны. Хотя, сейчас я голову крипера одену. Все. Возможно, крипер меня не будет щелкать. Я буду думать, что я его друг. Такой же, как и он. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. У меня есть стрелы. Горящие волшебные стрелы. Так, а ну-ка. Лаки-блоки будут скрываться или нет? Нифига. Почему-то тут раз и не открывались. А где это прыгучее существо, которое большое такое было? Куда оно делось? Прыгучее существо. Так, удочка нормальная. Сейчас я найду, если оно убежало, вот это вот. Прыгалка. То я его щелкну. Так, наступает ночь. Надо идти спать. Однозначно, да, овечки? Так, цветные овечки. Ну, один блок-то я открою сегодня. Вот этот. Ах, видишь? Ух ты, убегаем. Тихо, меня кто-то стрельнул или мне так показалось? А? Не, никого нет. Никого не было, ребята. Так. О, нет. Все, даже жители сбежались на мои крики. Офигеть, все взорвалось. Так, ставим динамитик сюда. И пробуем щелкнуть его. Сейчас будет взрыв, жители, убегайте. Так, ладно. Так, а молоко, интересно, течь не будет, нет? Так, что у нас тут, жители, ребята? Вы что сюда прибежали? Все нормально у вас? Зомбаков нету никого? А, вон зомбаки. Вон зомбаки стоят. Сейчас мы их пощелкаем. Проверим лук. А вот, идет, идет герой. Так, все, получил удар. Так, ты не стой здесь под стрелой, ты чего? Так, кого бы еще щелкнуть? Ладно, никого не будем щелкать. Просто стрельнем сюда, в стену. И пойдем спать. Так, пёска прибежалась. Прибежала, чего-то там хочет. Тогда я выйду. Ой, нечаянно в пёску стрельнул. Ладно, прости меня, пёска. Так, а тут, чтобы пожар не случился, мы это затушим. А, оно не тушится. А, оно не тушится, ребята. О, зомбарь, иди сюда. Так, а, вот это фигня идет. Бежит уже. О, на. Ух ты, убежал. Отстрелы мои, представляешь? Где ты там, наверху что сидишь? Ты давай прекращай там наверху сидеть. Иди сюда, спускайся. Вот он бежит. На. Ух ты. Он отстрел моих уворачивается. А как он меня убил с одного раза? Так, сейчас быстренько все это назад соберем. О, лук. А хотя у меня есть лук. Ну и где ты, эндермен? Ладно, нету его. Ничего страшного. Открывать идем, а мы, ребята, следующие лаки-блоки. Посмотрим, что там есть интересного. Где у нас еще один лаки-блок есть? О, загорелась музыкальная шкатулочка наша. Вот лаки-блоки. Давайте открывать. Так, ничего интересного, динамитик, ничего интересного. Давайте следующее открываем. Два лаки-блока счастливых. А, нифига, один типа был счастливый, а другой нет. Тихо, давайте я вас собью сейчас его. Ах, да ты какой вонючка. Сбил или нет? Все, он меня убил. Ну что ж, ну, наверное, на этом будем, ребятушки, заканчивать нашу серию. Если тебе понравилось, ставь лайк. Если хочешь продолжение, то пиши комментарий. Всем пока-пока.